Приветствую вас. Решила посвятить одно видео ответу на вопрос, который очень часто мне задают. Но, если честно, мне уже просто надоело на него отвечать. Вот. Поэтому я на него сейчас вам отвечу. Было одно не очень интеллектуальное шоу «Говорит Украина», в котором мне задавали глупые, абсурдные вопросы и попросту провоцировали меня. Они задали мне вопрос, куда я собираюсь исчезать и через сколько, явно не понимая смысл этого слова и неправильно его интерпретировав. Чтобы их не шокировать, я ответила им, что лет через 5 так я исчезну. Не хотела просто этой публике даже что-либо пытаться разъяснить, поскольку они все равно в меру своего развития не поняли бы то, что я пыталась бы им донести. Поэтому в этом не было абсолютно никакого смысла. Никуда через 5 лет я не ухожу. Если я покину этот мир, то гораздо ранее. Не задавайте мне вопросы, куда я собираюсь и так далее. Это конфиденциальная информация. Любви и света вам.